Приветствую, Михойны. Это Михворор онлайн. В данном случае видео называется, точнее стрим называется Михворор для новичков. Чем он отличается от каких-либо боев и летсплеев выложенных от обычного Михойна, а не для новичков? Дело в том, что я тут использую исключительно реальные мехи, но единственное с добавлением такой вещи, как герои. То есть в скобках там написано английская буква C. Сегодня у нас представлен на рассмотрение королевский краб с аббревиатурой KGC-000B в скобках C. Чем он хорош, ребята? У него находится в передних двух руках, задних рук-то у него нету, находится по две ультры, ребята. Давайте посмотрим. Так, посмотрим, ребята, этого краба, две ультры и очень много потрошков, причем убраты даже хедсинки и поставлены в правом полуторсе три лазера, ребят. Конечно, если бы я создавал конфигурацию этого меха, я поступил бы совсем по-другому. Я, может быть, ультра даже не поставил, ребят. Поставил обычные АЦ-шки. АЦ-5 и заменил вот эти лазеры на ЛЛАДЖИ. Ну, в таком случае, конечно, хэт-лимит был бы другой. Вот этот мех в данном случае, он не нагревается. Особенно у него 1.33 коэффициент. Это довольно-таки высокий коэффициент. Всем новичкам я рекомендую делать коэффициент не ниже 1.1. А оптимальный вариант 1.2. С таким конфигом уже можно, ребята, более серьезно играть. Что вам вообще сказать про данный, так сказать, тип видео? Дело в том, что я не использую прокачанные мехи. То есть у меня чисто триальные мехи, ребята. И так, эти мехи, если посмотреть скилли, прокачанные, довольно-таки тяжело передвигаются. У них сзади броня десятка, хотя я на своих всех мехах ставлю не меньше 20. Я имею в виду тяжелые и штурмовые. Ну, я в основном играю на штурмовых мехов. Сказывается привычка. Потому что, как правило, они участвуют в ближних лобовых боях, и на них можно много поставить вооружения. Вот. Это мехи прорыва, поэтому называются штурмовые. Так, ребята, давайте съездим один бой на нем. И поглядим, что это за штука. Так, хорошо бы выиграть какую-то карту, типа ледяной. Ну, мы, в принципе, по-моему, даже на Тера греться не будем. Так, фурос колонии, ассаулты. Данная карта фурос колонии отличается большим количеством различных, так сказать, мест. То есть я имею в виду глобальных мест для расположения противника. То есть в основном тактика применения меха на этой карте — это окружение противника, заход в фланги, в тылы, либо раш. Тактики снайперской стрельбы здесь, ребят, не особенно эффективны по причине того, что большие, как бы, есть так сказать, большие скалы находятся здесь, различные горки. Вот, ну, единственное, снайперы, конечно, лайт, они довольно-таки неплохо здесь себя чувствуют, потому что могут зайти в тыл и стрелять. Не на всех картах себя неплохо чувствуют. Так, что ж, куда нас бросило? Попали мы на американский сервер. Сейчас сразу надо переназначить клавиши меха.
Какой-то. Сейчас, ребята, поправлю клавиши. Идем потихонечку с мехами. Я не стал располагать оружие на двух разных руках под разные клавиши. Не так удобнее, ребят. Ой. 240, конечно, патронов это очень мало. Ой, сори. Так, напоминаю, я играю на триальном мехе, ребята. Какие-то странные звуки. Так, видите, дымка спереди находится. Вархаммер PPC Ультра C5. Маленькая такая дымка вон впереди. Так. Значит, пока живы. Кстати, тут еще один краб есть, ребята, если что. Ого, их там много. Тимбервульф может и получить звездулей. Вархаммер. Так, давайте увеличим скорость. Точнее, не увеличим скорость, она у нас максимальная. А просто последуем за Вархаммером. Недостаток, конечно, есть у того, что играю на триалах. Я не могу их прокачивать. Плюс, ребята, немаловажная вещь такая, как отсутствие возможности поставить модуля на них. Вот что это с ним? Либо бот. Что там кружится? Зачем кружится? Так, вот загораживать. Последнее самое дело. 1300. Ну, я не гарантирую, что вам. Так. 500 метров. Вот мне не нравится, что Вархаммер стоит просто на выставке. Ну, конечно, снайперская конфигурация, но недостатки предыдущего нашего меха, которым мы играли, недостатков, я скажу, не так уж много. Так, пока никто не проигрывает. Вот, у нас дальние 600 метров, где-то около 1000 метров мы можем довольно-таки эффективно работать по противнику. Так, самое главное, чтобы не в тыл не зашли. Так, нифига себе, нас здесь лупает. Просто немножечко обходим в правую сторону. Давайте нажмем H.
Так, кое-кого убили. Кто-то нас сзади неплохо так стреляет. Тяжело управляться с мехом, который не обладает необходимыми навыками. Ну вот, взяли, загородили меня. Я тут засаду делал, понимаешь ли. Какая нафиг база? Плюем на базу, ребята. Становимся здесь и немножко посмотрим по сторонам. Хотя мы краб, нам еще даже полуторс не отпилили. Уйди. Заколебал немножко. Ты типа ушел, брат Элла. Ты справа либо он постреляет. Где? Метров. Так его разберут 15%, ребята, а потом за меня возьмутся. Try to stay in a little bit closer. He just has his major weapons at PPC. Enemy mech destroyed. Enemy mech detected. Все, ребята, слишком быстро заканчивается патроном. Ну давайте, что я не знаю, его добивать что ли пойдем. Давайте попробуем просто умереть хотя бы, я не знаю. Вон, два осталось. Ты бы ушел бы оттуда. Так, Тимбервульф остался довольно-таки неплохими показателями.
Давайте просто от него спрячемся. Я думаю, это немножко справедливо будет. Наших еще много. Раз, два, три, четыре, пять. А он тем более полный. Не хочется мне с ним в лоб-лоб играть. Слишком быстро заканчиваются патроны, ребята. Недостаток этого меха. То есть на нем фармить, допустим, я не рекомендую. Вообще, для чего и происходит это, проводится это видео, так сказать, ребята. Дело в том, что участвуя, так сказать, в боях, ребята, так, вы в первое время вам вы ни за что не сможете покупать меха. Вам придется. Так, и никто к нему не хочет подойти. Вон три меха осталось. Так, я, наверное, сейчас проиграем или выиграем, ребят, не знаю. И попробую перезапустить игру. Так, ну ничего страшного, мы как раз его отвлекаем немножечко. Пускай руку пилит. Ну, убьет, убьет, ребята, что ты делаешь? У нас тут осталось захватить базу. Ну все, ребята, сколько мы там получили? 624, ребята, мы смогли его задержать возле базы. Ну что, мне на базу надо было идти, да? Ну, смысла в этом не вижу, в принципе. Так, ну мы не прощаемся с боем. Мы сейчас поглядим, какие у нас там мехи остались. Равен, да, лазер. Они его навряд ли распилят. Ну, братела. Вот сейчас за равенчиком будем глядеть. Все тут осталось-то. Ну, он может хоть и двоих распилить. Вон. Где там второй? Давайте за вторым поглядим. О, лакуст. Ему... Ну что ж вы так теряетесь? Не могут попасть, потому что возле базы. Есть. У него одни лазеры остались, ну пипистиха еще. Вот нафиг ты этот, врубаешь свою видимость. Вы его распилить можете на расстоянии, нафиг вы базу держите. Одной пипистикой можете всех разобрать. Давайте на другого посмотрим, от меня... Есть, убили. Так. Так, смотрим, ребята, внимательно. У нас Равен 700 выиграл. Так, 672, тут 624. Ну, ребят, короче, не на последнем месте. Мать скоро почти 400, вот, то есть третье место, ребята, здесь почетное. Противник сыграл тут кое-кто на тимбере снайпер по 1000, ну это, ребята, тактика, мне не нравится, тим дамаг 12. Выходим из боя, привет, картошка. Так, далее, бонус неплохой такой, кадетский.
Так, надо, наверное, звук немножечко увеличить, ребята. Так, где у нас звук? Вот. А хотя он тут так нормально. Так что не трогаем. Давайте. Следующий бой на Кинг-Крабе. Так, высокая нагрузка на центральный процесс при кадрировании написано было. У меня буферизация. У меня. Подождите, подождите. А давайте-ка этот остановим трансляцию. Сейчас я перезапущу ее. Трансляцию. На центральный при кадрировании. Так, у меня не справляется видюха. Надо сейчас немножко настройки понизить. Так, видео. Видео, full screen, DirectX 10. 11 надо было поставить. У меня тут все настройки позбивались, ребята. High. Давайте high. И нажимаем сава. Так. Я надеюсь, игра никак не лагает. Ребята, так что такие вот дела. Ладно, я потом пересмотрю видео. Вот. Но в любом случае, мне это немножечко не нравится, конечно. Давайте пройдем второй бой. Недостаток этого меха. Малое количество боеприпасов, ребят. Очень малое. Так, надеюсь, лагов нету. Вот. Надо будет драйвера видеокарты все-таки обновить. WHSync. Текст. Что-то долго у меня грузится. Немножко неприятно. Ничего не лагает, да? Тем не менее, у меня показывает, что нагрузка на видеокарту идет дикая. Вот. Так, мы убираем Polar. Ну, короче, вот эту карту ледяную. Так что спасибо, что эти карты стали появляться. Вот. Так. Так, зашибись. Ледяная карта. Ну, этого меха, ребята, сильно представлять не буду, потому что сразу видно, что я ему из 10-бальной системы не поставил бы даже 8 баллов, ребята. Дело в том, что потрошков надо как минимум в 2 раза больше. Хотя бы, ребята, 400 потрошков. Вот. Либо вытягивать с помощью лазеров. L-Large надо было поставить 2 штуки хотя бы. Я 3 штуки не говорю даже. Поэтому ультра отцепята, ребята, это чисто для добивания меха. Он здесь не как не имба, короче. Отцепятые поставить 2 штуки и все, ребят, никаких проблем. 4 штуки. Вот. И вес бы, и несколько тонн бы сэкономили. Вот. Потом боеприпасы желательно переносить в ноги все-таки. Он здоровается, ребята, хай. Боеприпасы желательно переносить в ноги. Так, эту карту я не особенно помню.
Посмотрите, как медленно мой мех поворачивается. Подождите, это случайно не новая карта? Ё-моё, ребята, я на новой карте оказался. Я такую не помню вообще. От слова не помню совсем. Вот. Давайте пойдем за крабом. Мы же тоже крабы. Короче, я на этом, может быть, только одну серию прокатаюсь. У меня об этом крабе нелестное, так сказать. Нелестные, как бы, мотивы играть на нем. Вот. Патрошков, ребят, 240 это на одну пушку. На две хотя бы 400-500, ребята. А на 4 пушки надо хотя бы 600-700 пушек. Ой, пушек, говорю, патрошков. Ну, такое количество никогда не умещается, поэтому в краба можно запихнуть где-то, ну, 400, наверное, патрошков. Можно. 400, ну, выше, наверное, не засунете. И желательно дальнобойные лазеры. По массе, ребята, это вроде как 100 тонн мех, ребята, в него должно это все залезть. Да, вроде как не лагает у меня, ничего не показано. А видюха вешается, кстати. Видеокарта вешается. Так, потихонечку идем. Видите, я не зря сюда пришел, я как бы рядом с крабиком иду. Он краб, я краб, оба мы. Ну, в World of Tanks тоже есть крабы, ребята. Вы, надеюсь, об этом знаете. Вот здесь краб, это не оскорбление вообще. О, вроде сбили, да? В чем заключается крабовость, можно сказать, ну, ребята. Но после полугода игры обычно ребята понимают основы игры. И назвать нубом, допустим, игрока нельзя уже. Он понимает минимум основ, то, что они как бы нужны. Все, сбили. Ну, патрошки на эту фигню тратить не стоит. О, тут тоже краб еще один, ребят. Так, смотрим. Вот он, наш краб идет зеленый. Потери с вражеской стороны есть. Ухан какой-то. Ушан. Красивая карта, ребят. Единственное, движок Кразис, конечно, он не реализован полностью в этой игре. Нету тут разрушаемости. Более-менее нормально. Так, давайте не будем высовываться. 400-250 патронов, это очень мало, ребят. Тут, ребята, играбельны почти все мехи. Просто надо уметь собирать конфигурацию из них. Вот. Так. Давайте не будем выпендриваться. Нас, походу, где-то пытаются обойтись. Обойтись, говорю, обойти. Да. Люблю особенно лазерные конфигурации, ребята. Вот, мехов. Но это называется кнопочный конфиг. На нем играть как бы не фаново. А фаново — это понятие, как вам, такое растяжимое, короче. А, давай. Я пошел, увидимся, может, на этом стриме. Так. У меня сегодня несколько стримов запланировано, в частности, Ведьмак 3. Я вот так бы не спеша прохожу. Неспешное прохождение. Вон краб, они обошли нас. Еще 200. Ну что, лобовую атаку. Thank you.
под действием ЦМК. Видите, как он медленно поворачивается. Сейчас мы его попробуем наказать. Почему я иду со всеми? Дело в том, что понятие меха фокуса, ребята, это довольно-таки жесткое понятие. Сейчас ему ногу осталось. 42. Атлас. Сейчас мы Атласа будем пробовать разбирать. Смотрите, правый полуторс. Я на него даже... Чего никто не забрал. Это интересно. Я его неплохо так покацлупал. Так, у нас 120 патронов, ребята. Пока отступаем. Сейчас вот этого надо валить в первую очередь, ребята. Это такие, сволочь. Убил, ребята. Так, сколько? 148 патрошков. Пока никуда не лезем. У нас перевес. Дикий перевес. О, ребятки. Забрал его, ребята. Так, ну, с этим разберутся и без меня. Так. Сколько их там осталось? 2,5 чела, да? Дарь Вульф. Так, 130 патрошков еще хватит. Вархаммер. Раз, два, три, четыре. Не, он, они уже, ребят, не поправят свое положение. При всем желании. Давай. Пошли немножечко вперед, ребят. Мы, конечно, рискуем с одной стороны. Ой, 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 ой. Это боты, наверное, ребят, какие-то. Так, 100 патрошков, ребята, нам вполне хватит. Только уйди, брателло.
Так, опять я это убрал, да? Все, ребятки. Супер битва. Шесть килов, ребята. Это все на триалах. Так, ну что, тут поболее меня есть, ребята. 900-800. Ну вообще все сыграли неплохо. Я, получается, по дамагу занял. Так, 700. Второе, третье место, ребята. Вообще, ну это редкие бои, короче. Мне не нравится на этом мехе то, что у него быстро заканчиваются патрошки, ребята. Конечно, 6 этих никто не настрелял. И главное, не сказать, что я их воровал у кого-то. Вот. Давайте на этом остановимся. Вот. И следующий, я, наверное, вообще не нравится мех этот. Может, какой-то другой. Хоть он много дамага настреливает. Вот, посмотрите. Я и по 200 тысяч тоже вынес. Вот. И тотал тоже неплохая. Ну, ребята, привет, ага. Летсплей злого. Вот. Ну, еще кадиски там дали. 1,5 GXP. Ну, можем, вот злой пришел, может, для него один бой строить тоже. Так. Сейчас я тебе покажу, что такое мехи. MechWarrior Online. Я стараюсь на канале играть во все игры, так сказать, захватывать все аудитории. Я думаю, это принесет свои плоды. Так, вот игрушка MechWarrior Online. Тут у нее... тут у нее недостатки в патрошках, ребят, только. Вот. Ультра АЦ5 можно было заменить на... Просто АЦ5. Ой, извиняюсь, я даже спать хочу. Так, а ультра у нас весит 9. И АЦ5 у нас весит 8. А, разница в тонну. Ну, может, эффект какой-то и будет. Так, давайте. На крабе тогда последний бой проведем. Покажем злому, так сказать, бои на этом мехе. Так, мы играем тем более 40 минут. Так, надеюсь, ребята, вы не будете особенно, как говорится, против того, что я закончу игру. Потому что перспектив для этого меха, ребят, практически не вижу. Баллистический он, конечно, хороший, но слишком мало у него таких вещей, как способности к... карта, ребят. Ледяная карта. Способности, так сказать, к нанесению урона. Как вам объяснить? При заканчивании баллистических патронов. Вот так выразил свою мысль. Дело в том, что когда заканчиваются эти патроны, которых и так очень мало, то вы не можете наносить противнику эффективный урон. Тем более тут 3 медака. Ну что такое 3 медака для нашего меха, допустим, это ни о чем. Так. О, пошла спускаться игруха. Минус 55 градусов. Кто не играл в эту игрушку, ребята, я советую вам всем ее скачать. Уроки по MechWarrior, ребята, находятся на дружественном канале Артаса, ребята. Там вы можете посмотреть все уроки для начинающего. Для начинающего игрока. И я тоже планирую в ближайшее время тоже начинать делать уроки. Насколько они получатся, кто его знает. Предыдущие уроки были довольно-таки жесткие. Не всяких мог понимать. Так, ну я, в принципе, нашел методы, как эти уроки сделать очень понятными. I am good. How again? Я ох. Ой.
Good это хорошо, я знаю. Again это снова. А nav сер. Типа иду на север снова. Nav. Да это не сер, по-моему. Вот мой отличный английский язык, так сказать, ребята. В кавычках. Так. Так, это Дарь Вульф, ребята, один из самых любимых мной мехов. Классный мех. Так, идем потихонечку. Кстати, и Атласа я в прошлом бою тоже не добил. Потому что мне, видите, это, ребята, фраг. Ну, почему я его не добил? Я вам просто объясню, вот для новичка. В чем заключается смысл, так сказать, боя? Чтобы вы нанесли дамаг, при этом не подставляясь. Потому что тут рикошетов, ни пробития нету. Так, небольшие лаги. Сейчас, подождите. Ага. Небольшие лаги присутствуют, конечно. Но тут ничего сделать не могу. Вот. Так, идем со всеми. Вот, блин, заснул. О, мне кто-то ногу отдавил. Офигеть, ребят. А так подождите, мне еще ледяная карта какая-то досталась. Угу. 2000 метров. Довольно-таки здоровая карта. Приятно, так сказать. Так, ну мы тебя слышим. Вон почти ракеты. И... Анимех детектед. Медленно очень идем. Ну, это тем более штурмовой тяжелый мех, ребята. Он рассчитан на продавливание любой обороны. Так, как мы поступим? Оружие у нас находится внизу, так сказать. Вообще действительно с правой стороны, точнее с левой. Так, нашего еще никого не убили. Мы тоже, соответственно, никого не убили. Это, ребята, радует. Какой-то странный позиционированный бой. Возможно, я в нем немножечко проиграю. А может быть, даже немножечко. Так, контакт. 1000 метров. Равенчик. Ну, на равенчика ракеты пускать, это, ребята, своего рода немножко 90%. Так. Вроде целый мех.
Представляете, там уже кое-кого разбирает. Лазерные пучи летят, лазерные потоки. Вот это вот представляет собой опасность. Так. Так, нашего одного уже сняли просто-напросто. Так, Лакуст пытается зайти с нашей стороны. Короче, ребята, ничего нам не светит в этом бою. Слишком позиционирование все вышло. Если хоть одного задавят. Забрали? А нет. Даже это не смогли забрать. Так. Смотрим по карте. Я не помню. Карта какая. М, наверное, нет. Да нет. А, вот Б. Короче, они на G9. Карта довольно-таки огромная, ребята. Равенна, жалко, он себя очень сильно так поставляет. 1400 метров. Кто это у нас? О, минус второй. Самое главное здесь не лезть на рожон. Давайте попробуем Ханча немножечко подпилить. Ты бы ушел бы, брателло. Давайте H нажмем. Уходим вниз резко. Это, так сказать, мы противника окружаем. Штом Кроу. Ну, надо, наверное, все-таки помогать. Я, конечно, с одной стороны, это глупо, ребята. Очень глупо. А с другой стороны, почему бы нет? Так, давайте приблизимся. Так, мы сильно отделяемся от наших. Вот, ну... И снова с вами, да. Снова ты с нами. Нашего сейчас завалили нафиг. Вот ты бы отошел бы, брателло, немножко назад. Давай, валим его. Так, я кого-то там убил. Неплохо так посражались. Все, ребята, вот тактика называется выжидание. Давайте с левой стороны от него.
Дать их зажимать, все. Так, ребята, я уже трех убил. Гатя. Так, главное своих не запилить. А он их один остался, да? Цикатка. Блин, я не могу попасть в нее, вы посмотрите. Убил, ребятки. Я смог это сделать. Я смог. 750 и 5 килов, ребята. Ну, что сказать, все равно этот мех отстойный, ребята. Я крайне не рекомендую на нем играть вам. Просто потому, что в нем очень мало патрошков, ребята. Очень-очень мало патрошков. Так, ну, видите, у нас тут команда такая... Ой, ребята, сори, Кай, попалась. Тоже по 900 дамага, ребята. Вражеская команда вообще тут ничего не настреляла, особенно Равен. Чем он занимался, фиг его знает. Чем больше дамага, ребята, тем больше как бы воюешь. А если у вас дамаг от снайперки идет, вы за бой, может, выше 500 даже не поднимете. Некоторые по 1000, но это, ребят, надо потеть вообще очень сильно. Я в этой игре больше 2 лет, ребята, я очень не люблю играть на снайперах. PPC-ки там, САКи, всякие там дальние лазеры, ну не люблю, ребята. Мой стиль боя это, ребята, ближний бой. Увидимся с вами, ребята. Это был Гюрза на канале Гюрзы. Вот. Вот, дали мне тут, будь здоров. Мы играем на мехах, триалах. Так сказать, в скобках написано фигня S, ребята. Это значит не просто триальные мехи, а именно герои. То есть это те мехи, которые по конфигурациях уже собраны и довольно-таки как бы рассчитаны на неплохие результаты. Что-то мы долго загружаемся, да, ребят? О, мы загрузились. Ну что, мы с тир 5, скоро тир 4 выйдем, и это мы на триалах, ребята. Вот. Ну что ж, давайте увидимся с вами в следующей телепередаче по MechWarrior Online.